բոլոր դեր նկատում եք, որ ամեն ժամ իրավիճակ է փոխվում։ Այսօրվա դեպքերը մասնավորապես նկատի ունեմ։ Եվ երբ մենք երկար ժամանակ է բարձրացնում ենք, ասելով, որ այս իրավիճակում ընդրություններ անցկացնելը անիմաստ է, Вы могли заметить, что ситуация каждый час меняется. В частности, я подразумеваю сегодняшнее событие. Когда мы на протяжении долгого времени заявляем, что бессмысленно в такой ситуации проводить выборы, что для нашей страны и народа от них не будет пользы, многие этого так и не поняли и не понимают. И продолжают упорно готовиться к проведению выборов. Но вот, пожалуйста, происходят такие вещи, из-за которых в любой момент они могут отменить решение относительно 20 июня. Мы, как политическая сила, находимся в очень ответственном положении. Потому что, к сожалению, только мы противостоим этому хаотичному процессу. Однако мы надеемся, что с каждым днем наша политическая сила, наше объединение будет усиливаться и расширять свои ряды. И нам удастся остановить этот хаотичный процесс. И сформировать, наконец, временное переходное правительство. И уже после этого приблизиться к вектору развития. Мы должны приблизиться к этому вектору. Այդ հուսով ենք, մեծ հաշվով լավատեսենք, որովհետև մենք որոշում ունենք. Мы надеемся на это. По большому счету, мы оптимистичны, потому что мы приняли решение не останавливаться. И потому что наша инициативная группа не одинока. Нас уже сегодня немало. Мы также оптимистичны, потому что уверены, что с каждым днем нас будет еще больше. Сама эта довольно-таки острая и опасная ситуация будет способствовать нашему становлению. В ближайшие дни вынудит наш народ сделать то, о чем мы призывали, но не были услышаны. Сейчас они следят за нашей деятельностью, но не прислушиваются. Я хочу сказать, что мы должны как можно скорее сформировать в стране политическое руководство и положить конец этому бесхозному состоянию. Если нет, то каждый день этот унизительный процесс будет продолжаться. Мы заявляли и повторяем, в нашей стране невозможно осуществить изменения посредством выборов. Если будут навязаны выборы, через два дня мы сообщим о своей официальной позиции. Если примем участие, то в каком формате? Мы не обсуждаем сегодня данный вопрос, но наша позиция следующая. Изменения возможны только и только благодаря протестному давлению. Чтобы навязать тем самым волю народа. Только так изменения станут возможны. Если в этом промежутке будут проведены выборы, то никаких проблем. Однако разрешение кризиса не будет возможным при помощи выборов, о чем мы прекрасно знаем. Ընդդրությունների հնարավորությունը կօգտագործենք, կօգտագործենք, այդ մեծ խոսափողները կօգտագործենք, կօգտագործենք, բայց դրանք ընդամենը միջոցներ են լինելու մեր նպատակին հասնելու. Получится воспользоваться возможностями выборов? Хорошо, воспользуемся. Получится использовать возможности рупоров? Хорошо, воспользуемся. Но все это будет лишь средствами для достижения нашей цели. Я вновь повторяю, единственным механизмом для изменений является уличная борьба. Навязывание воли народа, формирование временного антикризисного правительства, которое с первого же дня должно будет предпринять серьезное изменение внешнеполитического курса нашего государства и верное позиционирование, чтобы больше не быть свидетелем этого позора, который мы наблюдаем сегодня в Сюнике и на границе в Карвачаре-Вартанисе. Все это можно приостановить. Некоторое время назад я говорил об этом в Вартанисе. Так же, как нас заставили без единого выстрела сдать Кашатак, Южный Кашатак, Карвачар,
окну. Мы вас уверяем, что в тот день, когда будет сформирована национальная власть и будет проводиться правильная внешняя политика, таким же образом, без единого выстрела, мы вернем все перечисленные мною территории. Это однозначно. Однако проблема заключается в том, что и наш народ должен разделять нашу уверенность и объединиться вокруг этой повестки. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.